Дизайнеров? А сейчас у нас сколько же? 6 в штате, ну и вне штатных, которые нам поставляют дизайнеров, ну, порядка 10. Это дизайн-студии целые. Вот, да. Людей. Даже, это даже не люди, это дизайн-студии. Расскажите поподробнее, да, о дизайнерах. Откуда они приезжаются, где вы их берете? Ну, отчасти я буду и в следующей презентации этого затрагивать, но в частности, идеи дизайнов и как они появляются, могут быть различны. Если кто знает коллекцию Элегант, знаете? Вот. Коллекция Элегант, которую мы запустили в позапрошлом году, наш менеджер в командировку видел на скатерти. Отправил нам, дизайнеры посмотрели, растиражировали. Поэтому через 3 месяца получили ванну, начали продавать. Коллекция за прошлый год напродавалась на 215 миллионов рублей в наших ценах. Вот так случайно было. Бывает такое, что... А, дизайн алфавит мы сегодня будем вам показывать. Могу тоже историю этого дизайна рассказать. Наш собственник с отделом, с руководителем отдела маркетинга полетел в Китай посмотреть, какие новые дизайны есть. Зашли в ресторан и тоже увидели рисунок, который они просто сфотографировали. Сегодня мы вам эту коллекцию представим, она уже будет продана. Но это такие больше анекдотические случаи. Часто очень... Вот коллекция «Аврора», кстати, которую я показывал. Это, например, французский дизайнер, который нарисовал эту коллекцию очень давно. От клиентов приходят иногда запросы, что вот вы видите, как человек рисует, управляет нам, мы смотрим. Если это возможно, перенести. Потому что не каждый тканевый рисунок может стать обоями, это факт. В обоих, вы же прекрасно понимаете, есть определенные требования к самому дизайну. Чаще у нас люди что любят? Вес, подгона, совершенно верно. Плюс они хотят, чтобы рисунок не повторялся каким-то чудом. Хотя овал все равно рапорт 67 сантиметров, хочешь не хочешь, он повторится. И вот дизайнеру надо как-то придумать эти цветочки таким образом, чтобы они не увидели повтора. Правда, что ваш собственник напрямую участвует в разработке технологий? Больше того, собственник, основатель нашей компании, Валерий Владимирович Фонсенко, он по большому счету возглавляет ту креативную группу, которая создает дизайн. Он сам создает их. Ну, вернусь опять к какой-нибудь истории. Да? Все знают дизайн Элли. Да? Хорошо продается, коллекция выстрела в этом году. Показывает, обсуждает, вы, по крайней мере, расскажете, что я хорошо плохого. Валерий Владимирович лично придумал дизайн Элли. Он работал больше полугода, он не показывал ее никому. Если, например, у нас есть какие-то дизайны на обсуждение, и мы собираемся, в всяком службе собирается, дизайн-студии собираются, технологии, обсуждаем дизайн, я вам честно скажу, этот дизайн я первый раз в жизни увидел, когда он уже был в каком-то. С нами ничего не обсуждалось. Он очень секретно разрабатывал. Он добивался вот этой расфокусировки, которая на первом плане цветы, на втором плане тоже цветы, но они... То есть это все он лично делал, он не показывал это никому, он ему показал сразу, потом он говорил, сказал, будет вот так, и будем дальше. И ничего в этот дизайн не добавлялся, пожалуй, есть. И, ну, вы сами знаете, что это устройство. Это коллекция, которая продается просто везде, на любом рынке ее берут. Ну, то есть есть весь дизайн, который не универсальный, да, и это он хорошо продается где-то нет. Вот, говоря об Элли, можно сказать, что все рынки его восприняли. Бюро Амбелле просто штабы, когда они поменяли свои, чтобы добавить к себе. Просто все восторги, коллекция получила. Правда, что ваш собственник дружит с собственником Замбаити? Это верно. Ну, у них давнее знакомство, да, и партнерство в рамках Айчай, про которое я рассказывал, продолжается. Они каждый год встречаются, встречаются. Ну и часто, в общем-то, у нас не бывает такого места, чтобы с ним была делегация из зарубежья. То же самое мы также ездим. Мы ездим в Дюссельдорф, мы ездим в Милан, собственно, мы ездим во Франкфурт, мы ездим. Как же компания рожит периодически? Ну, рожит, да. Те любят у нас пить. Ну, предлагаю на этом все вопросы решать. Первую часть еще закончим. И после перерыва будем уже разговаривать о продуктовой. А самое интересное, о вопросах.